Всем привет, вы на канале Денис ТВ. И сегодня я приехал на открытие МКЖД. Надеюсь, вам понравится мое видео. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Ну что, пойдемте. Как поднимать? Я уже по лестнице. Очень прикольно, масштабно все сделано. Так, ну, куда? Нам, наверное, нужно налево. Так, мы сюда идем. Так, сейчас. А карту нужно вытаскивать? Вы просто проходите? Ну да. Сюда проходите. Угу. Так, куда дальше идти? Пойдемте сюда. Ну да. Пойдемте. Так, вход, заходим. Вау, офигеть. Посмотрите, как прям в Европе сделали. Ой, как круто. Ой, круто, смотрите. Офигеть. Ой, я бежал быстрее. Красота. Что круто. Кстати, целый месяц можно бесплатно ездить. Это как тест у них, тестируют. Я так понимаю. Это не мне? Нет, это не мне. Так, пойдем дальше. Все-таки радостно. Гостиница. Вот как-то так, друзья. Так, ждем поезд. Друзья, едет, смотрите. Ой, какая красивая ласточка едет. Красотень. Обалдеть. Это да. Это масштабы, я понимаю. И все забито. Все забито. Вот, у меня человек есть. И вход на станцию метро «Шоссе». Самолетик. По-английски переводят. Очень много народу. Счастливые. Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция «Шоссе энтузиастов». Переход на станцию метро «Шоссе энтузиастов» Калининской линии. Надо найти место присесть. The next station is Chaussee Enthusiast. Change here for Chaussee Enthusiast. Metro station. Line 8. Поехали, друзья. Thank you.